Больше 70% казахстанцев отдали свои голоса за строительство атомной электростанции. Теперь перед правительством стоит задача определить компанию, которая будет заниматься этим масштабным проектом. Президент предложил создать международный консорциум, состоящий из нескольких крупных компаний. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет. Подобный опыт при строительстве атомной электростанции есть. Компании из разных стран участвовали в строительстве АЭС в Турции, Египте, Венгрии и других государствах. По словам председателя Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций, в таком случае не будет доминирования какой-либо одной страны или технологии. Кроме того, это развеет опасения по поводу попадания в зависимость от одной страны. Самый очевидный, главный плюс – это то, что кто-то из вендоров, вот этих четырех, что-то делает лучше, и все эти лучшие технологии, все эти лучшие наработки, соответственно, мы сможем использовать, если примем за основу модель консорциума. Та наработанная практика по консорциуму, она и должна помочь нам учесть на берегу сразу нашему министерству. Эксперт в области энергетики Улжас Байдельдинов считает, что в нашей стране создание консорциума для строительства АЭС трудно осуществимо. Франция и Корея, которые находятся в числе претендентов на строительство, находятся далеко от нашей страны. Логистика ляжет дополнительной стоимостью на проект. Остаются Россия и Китай. Нужно ли это им, во-первых? Во-вторых, все атомные страны и все атомные компании, они так или иначе являются конкурентами. Пойдут ли они на то, чтобы создать какой-то консорциум? И что вообще является консорциумом, для меня пока, ну, открытый вопрос. Может быть, Министерство энергетики и правительство в ближайшее время ответят на него. Решать, кто и на каких условиях будет строить атомную электростанцию, будут в правительстве. На возведение АЭС в среднем уйдет около 10 лет. Анастасия Новикова, Дворнабдиев, Абзал Турабеков, информационная служба, телекомпания «Отрар».